Уникальный самородок на берегу Ангарем известен пока немногим, но быть единственным в России уникальным в своем роде – большая ответственность и от славы не убежать. Родиться в лихие 90-е и продержаться больше 20 лет – это придает еще большую значимость. Мотыгинский районный театр – единственный профессиональный сельский театр в России. На 15 тысяч жителей района настоящий культурный центр со своей труппой, режиссером, руководителем, костюмером, техниками. Концентрат всех надежд и тягот, радости и печали, мыслей о жизни и чувств, отношений и любви. И двигатель местной культуры и творчества. Тесная связь с местной жизнью диктует свои правила, свой стиль и репертуар. Театр все-таки в промышленном районе. Театр же заставляет задуматься. Ну, старается вывести такую линию, чтобы зритель ушел, задумавшись о чем-то. А наш все-таки зритель больше приходит в театр отдохнуть. Вот так вот. И поэтому, когда ставишь что-то очень серьезное, допустим, как Василий Викторович Соколов, собаканский режиссер, ставил у нас «Власть тьмы», хороший, здоровский спектакль на фестивале, там что-то взяли как за лучший спектакль, но зритель выходит, понравилось, все, но остается, то есть он когда задумывается, он такой, а, блин, комедию лучше все-таки легче, ему легче, чтобы он отдохнул. Говорит, и так дома всего вот такого-то хватает, а тут еще мы на него нагружаем свои проблемы.